всем слать приветы. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Так, всем здрасте. Ребят, на самом деле я обещала подвести итоги со своим бьюти-боксом, поэтому все, кто участвовал, можете смело сейчас присоединяться к моему розыгрышу, потому что я в этот раз решила выбирать не пульцетыком, а я через специальную программку загрузила все комментарии. У каждого комментария есть порядковый номер. Тут даже таблица мне посчитала, сколько кто комментариев оставил, кто-то по 200, по 300 штук оставлял. Вот. Но условий не было. Может быть, когда-нибудь я сделаю, чем больше комментариев оставите, типа, тем шанс победить у вас больше. Вот, но я хочу сейчас... Блин, кажется, у меня ноутбук сел. Сейчас я его включу. Вот, я сейчас хочу, короче, подвести итоги. Просто, ну, генератором случайных чисел, грубо говоря, просто кому повезет. Чтобы вы не говорили мне, что я как-то необъективно выбираю обычно. Вот, поэтому сейчас у меня компьютер включится. Потому что он у меня, походу, сел, пока я с вами тут начала разговаривать. Вот, всем доброе утро. Мы, наконец-то, повезли Тимура. Артём сейчас повез его... на манту. Мы должны были сделать ее в год. Вот. И потом какую-то нужную прививку поставить, которую мы должны были сделать в год, но мы ее не сделали. Я не хочу разговаривать сейчас о прививках, потому что я знаю, что многие... Ну, для кого-то история с прививками — это такая, знаете, тема щепетильная. Они хотят разглагольствовать как можно больше, говорить, что это все вредно, это неправильно. Вот. Но... Мой муж врач, и он сказал, что мы будем делать прививки, поэтому я слушаю его. Вот, поэтому каждая семья, каждая определяет по-своему. Сейчас я зайду к себе в компьютер, секунду. Так, вот она, сейчас таблица вам покажу. У меня получилось, что поучаствовали, смотрите, 15 189 человек. То есть кто-то, видите, по одному оставлял комментарию. 15 189, запомнили? Вот, кто-то... Сейчас я вам пролистаю. Кто-то, смотрите, оставлял 159, 16, 28. В общем, всех мы выгрузили через табличку. Вот, и, соответственно, сейчас 15 189. Мы сейчас с генератором случайных чисел... О, ютубчик мой открылся. Кто мой ютуб смотрел? Поставьте лайки, кто смотрит. Спасибо большое за поддержку. Мне действительно очень приятно, ну, осознавать, что люди все равно смотрят не только меня, какие-то там сторис, посты, потому что на Ютубе там прям полноценно мои разговоры, мои путешествия, то, как все происходит, куда мы едем, всякие шуточки, моточек, ну, в общем, все как в жизни. Я считаю, что Ютуб — это прикольная тема, и мне нравится его вести, хоть у меня сейчас не так много подписчиков, вот, но я делаю его с душой. И я надеюсь, что когда-нибудь я еще стану звездой Ютуба. Вот, ладно. В общем, сейчас с генератором случайных чисел мы будем определять победителя. Так, 15 189, да, у нас всего было участников. 15 189. Сейчас я вам покажу, кто у нас выиграет. Так. Тинч. 6 9 3 8. Открываем, сейчас будем искать. Поиск, найти. 6 9 3 8. Найти. Итак, вот он, этот профиль. Смотрите. Может быть, вы есть в эфире, смотрите. 6 9 3 8. Если вас нет, то в любом случае я сейчас пойду проверю, стоят ли лайки на последних 10 фотографиях, как было по условиям моего конкурса. Если вы победители, я сразу же напишу вам в директ. Вот. Если нет, тогда в сторис сделаю какой-нибудь перевыбор. Ну, а пока у нас Мариша. Сейчас мы посмотрим, если хотите, я ее открою в Инстаграме сейчас через компьютер. И покажу вам этого человека. Так, сейчас посмотрим. Мариша, мамочка с великолепным сыном-блондином. Сейчас покажу вам. Вот. Вот она, моя участница. Смотрите, какой хорошенький. Давайте им лайки поставим. В общем, я надеюсь, что она выполнила условия конкурса. Ну, обычно, ну, наверное, в
90% случаев все, кто участвует в моих конкурсах, они всегда выполняют условия, и редко кого переизбираю. Вот, и поэтому это очень круто. Я надеюсь, что Марина тоже выполнила, или Мариша, как правильно, Мариша. Мариша — это Марина или Мария? Мариша, да, Марина, да? Мне все время было, мне все время в детстве, я не понимала, почему Мария — это Маша, почему это не Марина? Мне все время хотелось Марии называть Маринами. Надеюсь, на меня никто не обидится. Вот. Сегодня Тимур у меня спал в кроватке, вы представляете, я его вчера вечером положила, он там погорячился в спальничек, вот этот, помните, который я заказывала, вот, и он, в принципе, всю ночь проспал там, только, наверное, утром я его забрала в 7, он со мной повалялся полчасика, мы встали, вот, он проспал там, но он просыпался так, как и обычно, и не знаю, что делать, наверное, нужно перетерпеть несколько ночей бессонных, он просит бутылку и просит все время... там, молочко, либо что-нибудь такое попить ночью, ему обязательно нужно, вот, и будет лежать бу-бу, бу-бу, и страдать, вот. В общем, видимо, мне нужно выделить несколько бессонных ночей, чтобы как-то его переубедить, что ему не нужна бутылка, но я пока никак не решаюсь на это. Вот, в общем, мы сейчас выбрали победителя, я сохраню эфир, вот, и надеюсь, что Мариша... Бушевец, наверное, как-то так читается. Рыбальченко. Она из Украины, кстати, с Киева. Ну, как бы это не проблема, мы туда тоже попробуем все это отправить. Хотя в прошлый раз у нас были проблемы с отправкой на Украину, потому что нужно было декларировать все, потому что там тюбики, пузырьки и все остальное. И, ну, все равно отправили. Нашли каким образом. Вот. Поэтому сейчас я пойду проверять, стоят ли лайки на последних фотографиях. Если нет, тогда будет перевыбор в сторис. Всем спасибо за эфир.